14 мая 2014 года мы приехали на экскурсию в Иерусалим, которому от роду 4000 лет. Вот большой купол. За ним золотой купол. За ним небольшой серый и большой серый. Здесь, в этих местах, и ближе на этой большой площадке, которая приравнивается 8 футбольным полям, ходил Иисус, Сын Господа. Здесь находится православная церковь. Здесь проживает очень много людей, и мусульман, и христиан, и иудеев. Okay.